Друзья, всем привет! Лень мне было просто нереально лень делать, но решился я уже аквариум свой большой, пятитонный, разбирать в том, в чем плане. Вытащил я все корьяги, надо, конечно, чистить, видите, грунт, тут были, конечно, и большие рыбы, тут были, и кого-то только не было, ребят. И постепенно буду чистить, наверное, раза два-три мне надо будет его почистить. Солью я сегодня половину воды, в районе 2-2,5 тонн залью. Мне пишут, ребята, заводи тут дискусов. Друзья, в Латвии дискусов 5-тонным содержать, наверное, может даже не то, что миллионер, даже миллионер не будет такие деньги тратить. У нас электричество в ближайшее время, наверное, будет в ноябре, сейчас оно 30 центов стоит, а дойдет до 40-50 центов. Подогреть 5 тонн до 30 градусов, это 2 киловатта в час. То есть, ну, 1,5-100%, там, 3 грелки по 300 будут вообще никогда не выключаться. Даже мы соберем 3 грелки по 300, это киловатт, это в день 11 евро. В месяц 350 евро только на грелке. Конечно же, нет. Невозможно и не нужно. Поэтому сейчас все коряги я достал. Выставлю их на продажу. Потому что, ну, новые у меня есть, вы знаете, все оборудование. Это одно дело. Тут надо будет убрать, какие-то домики убрать. Постепенно, видите, я говорю, руки не доходили, убрал эти все перемычки, стекла. Буду менять цвет. Давно хотел. Вот тут надо чистить. Это все время. Чистить, точнее, парочку рыб каких-то у меня плавает. Надо будет тоже убрать их, оставить пустой аквариум, поменять пару раз воду. Вода очистится. Большие насосы снизу я тоже выключил, потому что смысла нет этой большой фильтрации сейчас, потому что кого я тут хочу завести, еще сам не знаю. Ну, кого-то заведу, однозначно хладнокровных, потому что сейчас теплокровных в таком большом аквариуме, ну, вообще, заводишь даже рыб американские сафиды, которые большие вырастают, ну, плавают, интересно, потом довольно быстро становится скучно, хочется что-то поменять, что-то новенькое, а их потом не найти им новый дом, то есть, а выбрасывать нельзя животных ни в коем случае, потому что, ну, мы их приручили, мы ответственны за них. Поэтому простых, маленьких, активных рыбок. Все, друзья, спасибо, что вы смотрите, что вы комментируете, что вы ставите лайки, лайкуете. Я пытаюсь что-то делать, что-то менять, что-то рассказывать. Ну, все, показываю свое, как говорится, все, что есть дома. Кто понял, о чем я говорю, тот понимает. Все, друзья, спасибо большое, всем пока, всем хорошего здоровья, настроения, светлого неба над головой. И все будет хорошо у всех народов мира. Всем пока.